Тренд издания преступности нет. А где документы? Я вам сейчас покажу свои документы. Мне не нужна здесь аккредитация. Спросила девушки, нужно мне представиться для протокола, записаться или нет. Меня не записали. Пожалуйста. Я вам сейчас покажу таких 250 документов. Пожалуйста. Вам надо представиться. То есть аккредитация. Где аккредитация? Что? А где в законе написано, что должна быть аккредитация? В любом случае должна быть. Согласование. Заседание закрытое. Я понимаю, при чем тут вы? А почему оно закрыто? Если создалась рабочая группа губернатором для расследования законности деятельности «Облэнерго», почему я не имею права здесь находиться? Объясните мне. А кто вас знает? Меня пригласил один из участников этой рабочей группы. А